Всем привет, друзья, с вами. Как обычно, я Феликс. Сегодня поиграем в CSGO. Будем апать наш ранг. Давайте начнем. Короче. Будем как вооружение перелетный снайпер. Потом в обычный. Ждем, пока нашу игру приготовят. А пока что... А, все уже, игра готова. Офигеть, 359 FPS, это нормально? У меня все на максималках стоит. Куда 349 FPS? Да шучу, у меня все на низком. Не, на среднем. Пинг 27, нормально. 40-27, это очень хорошо. О, люблю эту карту для гонки вооружений. Где все? О! Как так? Так, а? Никого не вижу, никого не вижу. Офигеть. Извини, братан, я случайно. Извините, я случайно. Да, в голову мне попали. Нормально. Главное, чтобы ножом не зарезали, а то опять придется все заново делать. Да как так? Ну ладно. Поехали так. Да ёлки-палки, как так? Ой. Я случайно. Да ёлки-палки, как, зачем, почему вообще, чё? Чё? Наконец-то. Ай. Нормально, вот. Другое оружие. Сзади? А, нет, вон. Скара стрелял. Ёлки-палки, как так? Почему, зачем мы что? О, а, все уже ушел. Я сейчас, конечно, похую. Я уже испугался. Убил. Нагибатор 3000. Нагибатор 228. О, ох, ёлки-палки. Это больно было. Что здесь? Там кто-то есть. И он сзади идет. Ёлки-палки. Я испугался, вот это стелс вообще. А, здесь нельзя заменить. А, у меня кнопка R. С этого. Ай, ёлки-палки, ну зачем? Кто-то 4 убийств подряд. Вот это офигенно. Вот это меня убили нормально. О, вот это я зафейлился нормально. Надо вот здесь вот, да, так? Здесь никто не пробегает, зачем я сюда полез?
меня убили. Кто? Я не понимаю, откуда стреляет. Это карта зимовая, а у них не... Они, блин, как я зимой. Шапки. И не видно, здесь все коричневое. Ну и не только коричневое. Я ему в голову стрелял, как так? Как так? О нет, о нет. А, ну это уже аук. Или как он там у них называется? What the fuck, man? Идиот. А почему 38? Прилепный снайпер. Блин, вот это богага карта. Моя любимая. Ну это, конечно, для перелетных снайперов карта. Ну тоже для нас все норм. Не такая большая, не такая маленькая. Сейчас кого уже записываем. За тиров поиграем. О, это... А, это разминка. Зачем я сюда полез? Блин, куда наверх? Я уже забыл всю эту карту. А, нет, зачем? Ай, ну капец. Ну ты молодец, конечно. Ёлы-палы. Это жесткие ребята здесь играют. Беру нож и иду резать. А, в конце карты резать. О, он идет сюда. Да. Ёлки-палки, почему вы ненавижу МП7? Фрагов-то несколько я сделал. Ну вот сауга стреляет нормально. А, сзади, нифига не вижу. А, куда я зашел? А, на базу зашел. Ёлки-палки, я же в голову стрелял. Как я в голову стрелял? Я стример, как вы должны поддаваться мне? Ноги. Бери ноги. Так и не убил. Ты в смысле? В прямом, я стример. Сейчас у меня видео записываю я. Опс, извините. Как? А, вон там сидит. Я, блин, снайпер здесь какой-то. Офигеть, 4 фрага подряд. Это как так? Ай. Завидуешь 4 фрагам?
меня сзади зарежут. То есть я ору больше, чем играю, по-моему. Ну не, ну мне лук был нормальный. А, ну снайперку еще можно понять. А здесь. Мне так и хочется сказать. Ты что творишь? Филайт, как ты это делаешь? Не знаю. А, ну это со снайперки, ну это... Да вы издеваетесь, я не буду здесь сражаться. Я не хочу здесь сражаться. Я потерял уровень? Ну зачем я это сделал? Удачи, сталкер. Я здесь, там полно народу, но и никого нету. А, понятно. Понятно. Ладно, понял. А что, я понял? Там сзади. Там кто-то есть. Не дошел. Один из последних игроков. Убил. О, вот. Зачем вы мне дробовик дали? Я не умею на дробовиках играть вообще, честно. А это оружие ближнего боя. Я только... А я дальник, вы понимаете? Ёлки-палки, да как так? Мне с ножом, что ли, идти? Убили, наконец-таки. What the fuck? Короче... Сменить карту на пленки. Почему два голта? Ну, Шефорд. О, я ненавижу. Я, короче, выхожу. Я ненавижу эту карту. Я на ней играть не умею. Потому что в тебя точно полетит там пуля. Хоть из космоса, хоть из-под земли, она тебя достанет. Кто-нибудь тебя там достанет, если ты даже в кустах спрятался. Вообще для перелетных снайперов. Что делаешь? Сейчас зарежу. Режиком за ножу. Сейчас его там он убьет, а я добью. Не, мой план не сработал. Опять не сработал. А-а-а! Убили, да. Молодцы. Ёлки-палки, почему? Я стреляю. Убил? Нет, не убил. Здесь очень хорошая позиция, но сюда больше никто не придет. Скатился с горки. Называется. Ёлки-палки, зачем ты встал? Я бы его уже убил. А
чё мне папа это оружие бизон не дали? А, ёлки-палки, это кто? А, это наш, это наш, это наш. Закрой дверь. Я закрылся. Боюсь. Короче, я прыгаю. Зачем я это сделал? Там сейчас какой-то спецназ сидит. Короче, я не знаю в эту карту играть. Короче, я выхожу отсюда. Играть в CSGO. Гонка вооружений. Сейчас 100% карта шотс будет. Капец. А, это тоже дурацкая карта. Чего? А почему? А почему? А как бы я? Ничего. Меня закинуло в... Да, меня закинуло смотреть уже сделанную каску. Молодцы, просто баг. Просто суперский баг. О, шотс. Не изменяем традициям. Сейчас будем за тиров играть. А, это разминка. Ну зачем? Сразу бы сказали. Ёлки-палки. Я в прыжке, что ли, замер? Да. Ёлки-палки, да как? Опа, бот. А вот это я не специально, извините. Ну вот это боты такие. Ёлки-палки. Не, ну по 90 здесь. О, я стал лидером. Да ёлки-палки, я уже не лидер, походу. Не, ну здесь можно снайперить хорошо, конечно, но меня достанут. Двойной. Дабл килл. А. Понятно. Ну какого тебе дабл килл? А, это уже сзади было. Где ты там? Покажись. Ахаха. Ну и зачем мне это лидерство? А вот это что сейчас было? Мне просто непонятно. Он куда-то исчез, что ли? Там кто-то есть. Он шел, шел. Как я жил? Ай, да как так? Извини, дружище, я случайно. Офигеть.
я получил достижение. О, здесь уже надо вот так стоять, просто ждать. Да ёлы-палы. Кто в меня стреляет? Ёлы-палы, да как так-то, а? Да как я же ему в голову уже тысячу раз попал? А, ну я уже не лидер, походу. А, нет. Да как так? Где? Убил. Ёлки-палки. Убил. Или его. Да ёлки-палки. Чё такое медленный? Пока я дойду, уже, блин, матч закончится. Я должен это выиграть. Хотя бы третье место занять. Потому что, ну, я не могу так, я хочу третье место. Ну, или хотя бы второе. Или первое. А, я прицел не видел. Я на враге просто сосредоточился. У всех уже 11, а у меня... О! О, успес! Узбас! Узбас-бас-бас-бас! А, ёлы-палы! Пистолет нормальный, если научиться нормально на нём играть. Ну, чтобы еще ножом не зарезали, надо постараться. Ёлки-палки, Саскара убили. Бэнг-бэнг, точно. А! Да как так? Ёлки-палки. Ну блин. Мог бы стать этим. Я обиделся. О. Только попробуйте эту карту взять. Сменить ли эту карту? Нет, блинки. Короче, не, я выхожу, я не хочу на этой карте играть. Идите нафиг. Выход, да. Короче, давайте уже заканчивать наш стрим. Видео. С вами был, как обычно, я, Феликс. Всем пока.